резиновый, но уже луки есть. Ближе к западу появилась растительность. Земля немножко стала темнее, больше растительности стало. Ее можно видно. Будет. Внизу ущелье, вот видно растительность. Расстояние до следующего ущелья где-то километра 4-5, но это не видно на камере. Дорога ровная везде, то есть снимаешь на камеру, все видно. Едем на запад. Ух ты, красивое ущелье просто. По ущелью есть грунтовые дороги. Террасы из камней. Все из камней. Ракушняк растет. Растет с земли сам по себе. Местные люди даже смеются по-арабски. Движение в горах вообще ноль. Тойота, не растаможенная. Не песок, а глина, глина, карбонаты. Мусор. Везде дымка. Солнце слепит. Вот и местные жители. Кишлаки называются. Кирпич под ногами валяется. Они строят дома из тряпки. Восемнадцать километров до Черного, до Мертвого моря. До Черного немножко дальше. 18 километров. Камни. Это знак. Это знак, что Черное море. У нас думает. Мертвое поблизости. Мечеть. Юго-запад. Запад Иордании напоминает чем-то южный берег Крыма. Южный, юго-запад Крыма. Ух ты, Netthouse выращивает бананы. Бананы? Netthouse про выращивание бананов. Чтобы мне было жарко. Плантация бананов. Но бананов нема. А с другой стороны посадки лесополосы видно, что тоже плантация бананов, только без Netthouse. Довольно хуже плантация. Только из лесополосы лежит труба для полива, машины разбитые, все машины разбитые, труба для полива, в Украине бы давно уже украли, а здесь для этого руку отрезают, полез только руки отрезаны, больше ничего. Лежачие полицейские, железные. Бананы, куча бананов, насаждение бананов. Это столько нужно обезьян, чтобы их скушать всех. Бананы опять. Вместо кукурузы бананы. Утки, опять утки, вон проехали. Целое поле бананов. Или кукуруза. Бананы или кукуруза, что это такое? Бананы. Не, кукуруза, елки, зря снимаю.